Полесский радиационно-экологический заповедник пользуется популярностью в браконьерской среде. Живности здесь много, а вот конкурентов по незаконному промыслу, наоборот, мало. Вблизи Наровли инспекторы охраны животного и растительного мира поймали с поличным двух мазырян. Мужчины рыбачили на запрещенной территории запрещенными орудиями – сетями из лески. Во время проведения поливконтрольных мероприятий на территории Наровлянского района совместно с работниками зоны Полесского государственного экологического заповедника были задержаны граждане, жители города Мозыря, которые осуществляли незаконную добычу рыбы запрещенными орудиями рыболовства, сетями из лески. В результате данными гражданами была добыта рыба различных видов в количестве 65 голов. 65 рыбных голов, а это щука, жерех, лещ, стоили браконьерам более 130 миллионов. Кстати, задержанные, пенсионеры и безработные уже погасили долг перед государством. Сейчас в отношении их возбуждено уголовное дело. Кстати, мазыряне уже ранее попадались на незаконные рыбалки. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».